В Европе светоотражатели наподобие вот такого браслета. Пешеходы обязаны носить в темное время суток. Водитель, едущий с ближним светом, заметит его на расстоянии более чем в 100 метров. В России такой закон принят с 1 июля. В черте города носить светоотражатели рекомендуют, за его пределами требуют. Тимофей Бритнев дорогу всегда переходит по правилам. Говорит, световозвращающий знак, сделанный своими руками, поможет стать заметнее в темноте. Юный участник дорожного движения сначала аккуратно обвел трафарет, теперь старательно вырезает машину. Машину прикреплю на рюкзак, чтобы я безопасно переходил дорогу. Чтобы отражало наш свет и чтобы водитель заметил, что мы переходим дорогу. На открытый урок, посвященный правилам дорожного движения, представители госавтоинспекции пришли к ученикам 2 А-класса 95-й школы. 23 сентября неподалеку машина сбила их одноклассника. Сейчас мальчик в больнице. Всего с начала года в Самарской области под колеса автомобилей попали почти полсотни детей. По статистике, чаще всего ДТП с участием пешеходов происходит поздним вечером и ночью. Стать заметнее в темноте помогут светоотражающие элементы. Они существенно снижают риск аварий. Призываем не только, чтобы дети использовали эти световозвращающие элементы, а также взрослые, чтобы это было на дороге ярко, заметно и, конечно же, это очень хорошее подспорье для водителя. Стать ярче на дороге ребята предложили и самарцам. Свои поделки из светоотражающей бумаги школьники дарили прохожим. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.